Искусство ваять. В Ульяновске открылась выставка известного чувашского скульптора, заслуженного художника России Владимира Нагорного «Время, стиль, образ». Экспозиция уже размещалась в стенах Чувашского государственного художественного музея. И теперь с работами мастера знакомятся жители его малой родины. В его руках камень превращается в произведение искусства. Монумент матери-покровительницы, памятники Петру Хузангаю и Константину Иванову в Чебоксарах. В Ульяновске великому чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. Творчество Владимира Нагорного широко известно и за пределами Чувашии. Очень ценно, что выставка проходит в Ульяновске. Это ведь не только родина скульптора Нагорного, это, в общем-то, духовная родина чувашского народа. И с Ульяновском у нас очень много связано. Вспомним, что это был центр формирования, образования, что ли, чувашской культуры. Почерк мастера легко узнать. Его произведения отражают культуру народов, их традиции, страницы, истории. Конечно, в этой экспозиции не могли поместиться все работы Владимира Нагорного, но в фотографиях, также представленных на выставке, прослеживается весь творческий путь. Для начинающих художников Владимир Нагорнов еще и учитель. Я остановилась на скульптуре девушки. Мне она очень понравилась. Меня именно привлекло лицо, поскольку сейчас в колледже мы делаем домашние работы в форме портретов. Я бы хотела нарисовать ее лицо, именно по плечи, потому что меня достаточно привлекают лица такого типажа. И мне понравилось то, что нету точных каких-то уточнений в ее лице. Талант, любовь к своему делу и способность донести до людей какой-то свой особенный смысл позволяет Владимиру Нагорному оставаться одним из самых востребованных скульпторов современности.